Ну и, наконец, сегодня свой день рождения отмечает культовый актер, каратист и танцор Жан-Клод Ван Дамм. Антон Данченко отправился на улицы города и поговорил с кировчанами. Попросил их вспомнить, чему же Жан-Клодушка их научил. Из фильмов с Ван Даммом каждый вынес свою мораль. Меня он научил не бояться никого и находить выход из любой ситуации. И даже если врагов больше, ты всегда можешь произвести удар ногой. День рождения у Жан-Клода Ван Дамма. Знаешь, что такое? У Жан-Клода Ван Дамма, да, знаю такого. Чему тебя научил Жан-Клод Ван Дамма? Не сдаваться. Вообще никогда. Не лезть в драки. Никогда? Никогда. Драться и не сдаваться. По улице бегать, людей бить. Как подкатить Дженнифер Энистон в сериале «Друзья». А приемы какие-то запомнились? Запомнились, когда он на двух стульях шпагат делал. Чему тебя научил Ван Дамм? Упорству. Чему-то научил он тебя по жизни? Да, конечно, что. Ну, то, что ЗОЖ, спорт, там, все дела. Хья! Да, никого не бояться. Хорошо ногами работает, чувак. А вы хорошо работаете ногами? Теперь уже нет. Знаем, знаем. Он что, еще жив, что ли? Старый, наверное, стал. Выходит, что Жан-Клод Ван Дамм научил нас никогда никого не бояться, вести здоровый... Деньги. Че? Деньги, давай. У меня последний. Все, спасибо. Ура!